Адмиссия, прежде всего, это одна из сфер деятельности, в том числе органов пограничной службы, по приему, передаче лиц, нерегулярных мигрантов, так скажем, возвращение их в ту страну, откуда они прибыли. Что касается самой упрощенной ускоренной реадмиссии, она направлена на более комфортные условия для процесса возвращения нерегулярных мигрантов. Большой плюс данного проекта, что с его помощью мы смогли показать нашим сотрудникам, как осуществляется сам по себе процесс упрощенной реадмиссии в других странах, которые столкнулись с явлением нерегулярной миграции. Проект позволил на их примере выбрать лучшие наработки, опыт и все это систематизировать в нашем учебном пособии, написанное в рамках проекта. Хочу добавить то, что оно является единственным учебным прикладным материалом пособия, нами будет применяться в учебной программе Института пограничной службы. Наряду с технической поддержкой проект был направлен на обеспечение органами пограничной службы прав и свобод нерегулярных мигрантов. Надо понимать, данные лица, они не являются какими-либо преступниками, правонарушителями. У людей сложились свои жизненные проблемы либо ситуации. Они, по сути, являются жертвами. Отдельные аспекты, затронутые в данном пособии, напрямую касаются соблюдения их прав, свобод, в том числе сроков рассмотрения, передачи, возвращения. В настоящее время Республика Беларусь находится на пороге заключения соглашения с Евросоюзом, с Украиной, где вопросы упрощенной реадмиссии они будут широко использовать и иметь под собой правовое основание. Уже непосредственно моменту подписания соглашений, благодаря данному проекту, органы пограничной службы в целом уже будут готовы осуществлять данную деятельность и развивать данный вопрос.